Всем привет. Ну, отдали мне свободу, скажем так, действий, да? Чуть-чуть мы вчера потренировались с клеем. И теперь мне дали дверь. Тренируйся. Вот чем хочешь, этот уже один приклеил. Думаю, надо же показать. В общем, я сейчас поставлю камеру сбоку. И мы будем делать. Вот на двери есть реальные повреждения. Это я под общую лампу показываю. Сейчас включу. Не общий, вот повреждение. Под ручкой изгиб. Вот. Вот. Ну, вроде так и все, до этой линии мне выделили работу. Включаем лампу. Под лампой у нас все становится гораздо лучше видно. Все канавочки, какие есть, они сразу бликуют. И мы их уже, скажем так, выводим в ноль, что под общим освещением не будет видно. Начну я работать с клеем и обратным молотком. Здесь не лифтером. А добивать уже будем крючками дверными. Откуда есть доступ, будем смотреть, что тут будет получаться. Короче, сам я теперь. Моя задача — это до обеда вывести. С 10 и до обеда. Часа 2-3. Я думаю, я на это дело потрачу. Видно, что вытянулось, в принципе, вам может уже даже не видно. Но тут есть небольшой плюсик, вряд ли я его покажу. Его надо чуть-чуть осадить и посмотреть, может быть, еще приклеится. На эту лампу еще видно. Вот тут маленький минус, семка. Вообще еле-еле. Если лампу выключить, уже не увидим этого. Сюда будем клеиться. Здесь сейчас попробую приклеиться... Точнее, приклеился и подождать буквально 10 секунд, чтобы клей полностью не высох, и дернуть резко. Посмотрю, что получится. По идее, должна быть меньшая тяга за счет того, что клей не высох. Чуть-чуть в плюс. И тут тоже резко. Тут у нас маленькая была точка. Так, вам плюс должно быть видно. Вот она. Можно считать, что сделали, не разбирая дверь, ничего глобально не трогая. За два приклеивания получается. Так, ну там на уголочке чуть поправили. Теперь вот эти две их мини-лифтером сделаем. Потому что обратным молотком можно натянуть бугор большой. А мини-лифтером тут точек не надавим, в отличие от верхних положений. В принципе, под ручкой, ну, попробую также клеем вклеиться. Если не пойдет что-то, то там есть доступ к крючком. Так, тут лифтером пусть дольше сохнет полностью. Тут сейчас молотком, секунд через 20. Молотком, потому что лифтером, если я поставлю, я вот тут вот ямки надавлю. Ну, на ребре нет, а вот тут да. В принципе, не так уж долго. По сути, я сейчас сколько отковырялся? Ну, наверное, 40. Раз, два, три, четыре, пять. А вот тут вот поправил вообще пальцем. 6. Остается раз, два, три и на углу четвертое. То есть быстрее, чем я думал. Дергаем.
Хорош. Бисквита не открыть. Оно-то четенько пошло. То есть тут один удар, по сути, вот угадал вообще. Прямо в тютя в тютю. Здесь уже замерзло. Можно пробовать лифтером тянуть. Чем дольше сохнет клей, тем сильнее у него получается тяга. Так, попробовали до отрыва, и сейчас посмотрим, что мы сделали хоть. Потому что испортим чуть-чуть эту, чтобы на это не накосячить. Я просто еще не знаю, как оно себя ведет по тяге, чтобы почувствовать это. Шишку сразу осадим чуть-чуть. И еще надо клеиться. Значит, тут буду тянуть сильнее. Тут получше, тут чисто шишка. Тут просто вот ровный выступ. Его сейчас осадим и посмотрим, что получится. Но мне кажется, это рядом ямка смотрится. Тут. Пробуем. Полировкой вот эти царапки убираются, не проблема. Ну что, из того, что видно, есть, сейчас покажу так, вот тут вот небольшая ямка идет. А если с этого ракурса смотреть, будем смотреть сверху, мы ее уже не увидим, и без этой лампы мы ее вообще не увидим, но хочется довести, поэтому сейчас еще сюда приклеюсь. Остается небольшая ямка. Ну, как сказал Толя, иногда до хреновой горы раз доходит протяжка. То есть, говорит, 20 раз приклеится, типа нормально. Ничего страшного. Ну, будем пробовать. Я только, получается, третий раз клею сюда. В принципе, для меня тут. Я бы уже и оставлял. Но сейчас понятно, если позвать Колю, он найдет и тут плюсик. Причем он длинненький такой. Там покажет где-то мне минус, который я сейчас даже не вижу. Опыт. А так мне уже нравится. Так, ну тут все, в принципе, надо полирнуть. То, что я тут настучал. И можно сказать, что готово. Круто. Но тут мне Дед Мороз новость еще одну принес. То есть так все хорошо, тут все нормально. Поэтому упал шлагбаум. Упал весело. Залом, ребро, усилитель, вмятина с плюсом вдоль. Вот это уже интересно. Порядок действий мне объяснили таков. Вначале все клеем, дело в том, что крючком уже там мелочь потом, когда все готово. Минус вытянуть. Вытянуть их до уровня, как оно было. За ним потянется ребро. Дотянуть ребро клеем. Потом перейти на вот этот минус. Его поставить в плоскость. Убрать все шишики от клея. И все, что я уже не смогу доделать клеем, доделать крючком. То есть мы даже на вот уже забиваем. Тут еще были тренировки столба. Но это мне интересно. Вот тут сейчас будет интересно. Вот это надолго мне. Сейчас будем подбирать, чем клеить,
Чем дергать? Ну, дергать тут все почти обратно молотком, но на начальном этапе буду. Потому что лифтер мне наделает ям вокруг. Круглая нам сейчас не нужна. Длинная тоже вообще тут не, только сюда, может, подойдет потом. Треугольник. Вот треугольник сейчас больше в тему. Очищаем насадки, чтобы к ним клей тоже держался. А вверху сразу бубушку махонькую приклеиваю. Где-то минутку дам, пусть клей хорошо подстанет. И потом резким ударом на отрыв. Дергаем. Вверх хорошо пошел, снизу похуже. То есть вот так пошла сейчас ломаться относительно усилителя. Сверху уже в плюс выбили, но рядом с плюсом минус, видно яма к нам ближе. Пока я ее там не трогаю, буду заниматься низом. Хотя можно подклеиться, пусть там сохнет. Чуть-чуть капну клея на круглую, туда приклею, а тут сейчас есть Дена. Вот такие вот овалы, квадраты. Короче, приклеим ее так, чтобы она тянула по диагонали себя вот эту яму. Пробуем дергать. Я тут еще одну такую же квадрат с измененной формой диагонали приклеил ниже. Сейчас будем дергать. Как мне сказал Николай, наши автомобильные всякие антисиликоны и такого рода наш материал сюда вообще в работу не подходит. Им нельзя работать, потому что с этими клеями что-то там не стыкуется. Поэтому только вот этот изопропиловый или какой-то там спирт. Ну, я дома обычным спиртом делал, в аптеке покупал и клей отклеивал. Но этим же спиртом и обезжиривать. Хорошо. Вон видно форму, да, вон видно. Равняется. А теперь будем уходить на более мелкие насадки. Потому что остаются такие точечные уже минуса. Так, третий проход закончил. Пошли шишки. Но по плоскости уже попадает. Не знаю, сейчас может пробить надо их и опять тянуть. Пробить и опять тянуть. Бесконечная работа. Так, это я еще ничего не клеил, я просто простучал, просадил. Вот этот бугор просадил, тут шишку и тут слом. Продолжаем клеиться. Не вижу смысла особо показывать. Клею по форме маленький, треугольный. И может большая уже вряд ли нужна будет. Ломаем. Так, что мы имеем после четвертого, получается, вытяга? Опять шишки, опять забивать. Буду забивать широким таким терном. Оно, ну, на таких случаях удобно получается. Так, поменяли угол лампы. Я прошел, отметил себе еще зоны, где видно блики. Здесь было фактически постоянно уже простукивание. Да, еще тянуть много, конечно, чистить придется крючком, но, по крайней мере, уже плоскость стоит. Больше часа. С верхней еще придется играться, полкой много видно, что криво очень. Заклеиваем компрессики. И теперь уже дергаем аккуратно, потому что нам сильные шишки уже делать. Короче, мне сказали сильные шишки не делать уже, иначе я буду портить опять всю плоскость. Так, ну, клеим походу все, потому что уже больше мне не получается ни черта сделать. Сейчас будем на крючки переезжать.
Еще вот тут вот вижу ямку сейчас издалека. Можно ее дернуть чуть-чуть. А теперь далее крючки. Так, под общим освещением поглядим. Это все только клей. Я тут еще клеем добивался. По верхней полке тут небольшой идет плывун, но я так, знаете, смотрю, если взять брусок, полирнуть, ну, конечно, лысина будет. А по низу тут есть, где от ребра толкнулось, от усилителя, точнее, толкнулся там металл, тут как будто кратера в лаке. Вот их я клеем не могу убрать, а остальное клеем вроде как повыгонял. Так, мы взглянем на лампу и на общее освещение. По лампе видны крупные участки шагрени, особенно сверху. Не получается у меня их самостоятельно сделать. Снизу все гораздо лучше. Но когда включаем общее освещение, то есть включили общее и мы потеряли все. То есть, ну, в общем, довольно-таки все неплохо. Есть вот тут вот игра. Ну, залом был хороший. Понятно, что это можно вывести. Но не мне. Не могу я еще. Такая вот движуха. Очень-очень долго это убил. Где-то во сколько я начал? Пол первого примерно. Сейчас пол шестого. Ну, там перерыв на обед. Такое. Долго. Но мне пока что нравится. Хотя бы что-то получается. Так, из инструмента крючки, почти все, которые на полу валяются, пробойник. Один пробойник, такой был нужен, спирт, кучка клея, там еще клей выброшен. Клея ушло 1,5 стержня полных, чисто на вот эту вот зону. И крючками работал реально очень чуть-чуть, ну, может, полчаса поработал крючками, остальное долбил клеем. Ну что ж, учиться и еще раз учиться. Желаю всем удачи, пока.